времяпрепровождение на майские праздники. Футбольный клуб «Черноморец» представляет 2 мая, 17 часов, уютный стадион. Ну да. Забыл вас спросить. Хочу просто посмотреть, как теперь Беркут выглядит. Не надо снимать. Вот так вот, да? Я вас услышу. Я ж попросил вас. Ну, я вас услышал, а делаю то, что считаю нужным, правильно? Ну, делайте, делайте. Главное, чтобы ничего запрещенного не было в моих действиях. То, что если, ваших... Если наша просьба вас никак не это, то... Никак вообще. Вы уже нарушили 4-ю заповедь христианскую. Не помяни имя Господа Бога в суе. А вам, видно, нечего сказать. Ну, ради Бога. Зачем вы Бога вспоминаете? Да? Вот вы видите, вы даже не слышите то, что вы говорите. Кому вы нужны вообще, понять не могу.